Крупная авария с большегрузами. Сегодня рано утром в Петушинском районе столкнулись три фуры. Это произошло на 119-м километре трассы М7 «Волга». Авария спровоцировала гигантскую пробку на федеральной трассе. По словам очевидцев, водителям пришлось провести в ней больше часа. Предварительно 51-летний житель Чувашии не справился с управлением своего многотонного «Вольво». На скорости машина улетела во впереди стоящий большегруз «ДАФ». Тот по инерции догнал своего коллегу на таком же грузовике. По всей видимости, фуры двигались в паре. Виновник ДТП, водитель «Вольво», получил множественные травмы. Его госпитализировали. Все это было в заторовой ситуации, то есть грузовые автомобили стояли при образовавшемся небольшом заторе, и водитель мог также, по одной из версий, уснуть за рулем, когда двигался на своем автомобиле.